девушка в моей комнате, которая предпочла остаться в очень неправильном, нездоровом месте по многим причинам. Она осталась, потому что она чувствовала себя недостойной, недостойной быть любимой. Быстро твое тело забыло, губы, что любили тебя ласка, будто одним воздухом были, а теперь нас не отыскать. Сколько этой осенью листьев упадет с небес, только я тебя вспоминаю раз и лишь мысли. Ты заслуживаешь того, что тебя вдохновляет, того, что заставляет сердце биться. Да. Я люблю тебя. Что? Хочу быть с тобой всегда. И это я и собирался сделать, ведь счастливый конец существует. И мы найдем его вместе.